Всем привет! С вами Светлана Соколова и Шаман. Это сын моего Кекса. Это вот такое вот чудо совершенно. Вот, алиментный щенок. Он сейчас живет у меня. Вот это вот чудовище. И я подыскиваю ему самые лучшие руки, самых лучших родителей. Сразу говорю, требования будут высокие, потому что щенок, с одной стороны, он очень нежный, ласковый, он потрясающе обучаемый, он очень сообразителен. У него, как положено, в 2,5 месяца шило в попе, причем вот такое, вот, батарейка энерджайзер. Вот. Но когда он вырастет, он будет очень жесткий. То есть уже сейчас он демонстрирует абсолютное бесстрашие. Вот. Мы ничего и никого не боимся. И, в общем, достойный сын своего папы, который папу, пожалуй, переплюнет. На самом деле я каждый день уговариваю себя, что мне нужно с ним расстаться, что мне нужно его продать. Вот. Очень хочется оставить его себе, безумно хочется. Ну, я думаю, что Кекс больше вязаться не будет, все-таки Кобелю скоро 11 лет. И напоследок он мне вот такое чудо сотворил. Но пятую собаку я просто не потяну. Вот, поэтому, дорогие мои, у меня к вам будет такая просьба. Если в вашем окружении есть серьезные люди, которые хотят вот такого вот друга на ближайшие лет 15-16, вот, давайте им контакт, мы с ними свяжемся, поговорим. Вот, и посмотрим, может быть, действительно таким образом шаман найдет себе самых-самых-самых любимых, самых лучших пап и мам. Ребенок готов и в спорт, и на диван, и на выставки. Вот, парень действительно очень хороший, поверьте мне.